Ёханый бабай, вот это да! О! Ура! Давай! Миша, можно? Один, два, три! Пошел! Вот он, прародитель всех залупазлов на свете! Посмотрите, что творит, что творит. Леня, 4 УЗ надо ставить тебе. Леня жалуется, не хватает, говорит, мощности. Радиус маленький разворота, кстати. Динамики. Хватает, но тяжело. Да, тут тяжело. Тяжело. А тут уже еда, елки-палки. Че мы? Пенициллин Гауэр. Перестань оскорблять этот. Залупас бы аж вылетел, да? Залупас Америка, этот австрийский. Австрийский. Что-то вылетит, начинаешь доминировать. Осторожно, осторожно, В кого он целился? А что, Михайлович там, да? Да, вот там. Штурман, пошел. Штурман, я пошел. Они бы еще Димона посадили. Я думаю, что пора забирать. Да, да. Ключи на, подожди. Макс, ключи. Глянь, едет. Там блокировки. Макс пошел за залупазлом. Выскочил. Так, Макс. Смотрите, как по песку идет вообще. Ну, на финиш без разгона. Да, динамика ничего. Леня, тебе вот такой мотор надо, как в этой машине. Леня, это заразно, не ведись. Какое я не ведусь. Поставь на эту машину 33-е колеса, посмотри, что этот мотор сделает. Слава, да, так, Пинцгауэр. Там полуоси, как в тюнинговом Ранглере на крестовинах полуоси. От того, что они как в Ранглере, это не значит, что они такие. Но они лучше, они крепче. Ну, ранглеровские ставят тогда. Крестовины это выдержат, полуоси выдержат. Ты карданы. Там карданы. Так там карданы и стоят, Леня. А, там карданы? Ну, конечно. Так. Thank you.
Дедушке, конечно, тяжело. Заехал, но там сзади сейчас будет очень сложно, наверное. Так, Пенсгауэр что-то там издает звуки за горой, но безуспешно. Так, готовимся к старту, пока там Пенсгауэр не готов. Так, ну добрался как-то до этого места. Но не просто. Уходит, наверное, на финиш уже или нет. Не, продолжает борьбу. Глянь, заехал. Круг маленький пишет. Готовит топовой машине трассу, сейчас видишь? Сейчас рванет тоже, да? Ну, конечно. Думаю, 3.07 где-то будет время. 3.07, да? Так что, не садится к нему? Я хотел съесть. Не-не. Лучше не садиться, да? Ну, вес же, конечно. Тут я сейчас помню, каждый грамм. Я на нем дрифтовал, хорошо идет. Да? Так, Пенсгауэр. А есть заряжка? Нет, Санька? Я бы погодил. Да, я бы Да. Готовимся к старту. Посмотрим, интересно. Да. Готовит нам трассу, там уже приготовил. Сейчас на коксе пойдет. Клиренс там бешеный просто. 33-е широкие колеса. Не хватает мотора тоже как-то так. Хорошо же я машину убрал хоть. Разгон. Выйдет или нет? Сам накопал, сам проехал. Время! Время! Сколько? 6.86? А ты не помнишь? Да. Не, там сложно, когда выходишь с поворота. Радиус разворота бешеный. Нормально, да? Думаешь, в паре они? Да я вот тоже, у меня мысль про ресурс тоже появилась. Сейчас вопрос в ресурсе весь. Ресурса Макса мускулатуры ты имеешь в виду или что? Видишь, не туда поехал. Радиус самый большой, разворота потеря. Сложное место. Идет, идет, идет. Укачивает его, видишь? Подписываемся на канал, друзья.
А куда он поехал? Не, все правильно. Не-не, он там не застрянет в любом случае. Там сложно, да? Он на дерево карабкается! Смотрите, он на дерево залез. Он назад поехал. Потерял немножко там время. Куда он едет? Там! Что-то немножко запутался в трассе. Открылось третье дыхание. Но лучше Пинцгауэра едет, мне кажется. Температура, наверное. Что там температура? Температура что там? Нормально. Нормально, да? А что случилось? Температура, наверное. Перегревается. Температура, наверное. А вон температуру посмотри. Сколько показывай? 85. Да? Карбюратор? Может опять что-то, может в фильтре там что-то собирает. Видишь? Угу. Блин. Пусть поработает, заведи. Холостые есть, да? Да, холостые. А ну газони без... Что-то протраивает, да? Ставь центр назад. Я думал, температура поднялась. Уже бензонасос не выйдет. А, типа не докачивает, да? Ну, типа тогда надо, чтобы постоял тогда. Ну так шел ничего. Оп,
нормально.